Со сцены для Матвеева Курганцев звучали легендарные песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». Не этих. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу. В завершение концерта глава районной администрации Дина Алборова поблагодарила артиста за выступление и эмоции, которые он подарил зрителям. Уважаемый Андрей Александрович, я искренне выражаю вам признательность за то, что вы нашли время в своем плотном графике. Этот концерт уже за сегодняшний день третий. И от всего сердца благодарю вас за то счастье, которое вы нам сегодня подарили. Потому что я не помню, когда так громко во все легкие пела. Я не помню, когда была вот в те годы счастливая. И я понимаю, что ваше творчество, ваш талант будет жить. Потому что практически такими, как Кирилл, но немножечко старше, вы начинали, прошли и достигли таких высот. Спасибо огромное. Знаете, что Матвеев Курган – это ваш второй дом. Приезжайте в гости, мы всегда будем рады. Спасибо большое. В свою очередь Андрей Гуров пообещал, что в скором времени вновь выступит на Матвеево-Курганской сцене. Вашим жителям хочу пожелать любви, здоровья прежде всего. Почаще ездить на море, у вас очень жарко. Ну и, конечно же, как бы встретиться снова. Мы встретимся снова, если эта песня такая. Увидимся, станцуем, споем. Я вас очень люблю. Спасибо большое за прием.